И это вторая часть «Зомби-апокалипсис». В телеканале «Тыковка 2». Ага, да. Да, можешь приходить, да. Угу. Да приходи, мне разрешила сестра. Угу. Ладно, все, пока. Стой! Пока. Ну что? Что опять? Надо было сказать ей, чтобы она пошла в аптеку, купила нам лекарства. О, Господи! Мы сейчас с ней вместе, она придет, и мы быстро сходим за лекарством. Я тебе не разрешаю, ты еще мала для этого. Блин, ну ты, ай, вечно мне ничего не разрешаешь. То я мала. А это мне уже надоело, так что давай без указаний проведем этот Хэллоуин. Хорошо, хорошо. Ладно, я тебе обещаю, что больше не буду указывать. Ну, а ты все же, ну, сама подумай. На улице бегают зомби, это очень опасно, выходить на улицу. Ну что ж, ну придется мне выйти-то. Тук-тук. Стой. Давай я открою дверь. Вдруг это зомби. Опять ты трусишь. Я пойду и открою. Нет. Уже иду. Нет. Раз. Не надо. Два. Стой, три. Привет, Элизабет. А я думала, это зомби. Очень приятно слышать, что я зомби. Ой, ты прости, пожалуйста. Проходи. Я вижу, что вещи принесла. Ну, как бы да. Иди, располагайся поудобнее. Знаешь, очень было приятно, когда ты завизжала. О, привет. Привет, Твайла. Ты пришла к нам в гости? Да нет, я как бы у вас тут пожил, ладно. Хорошо. А ты-то не заражена этой болезнью? Ой, нет. Я от этих зомби бегала еле-еле. Убежала от них. На улице везде бегают. Эй, Элизабет, давай иди сюда. Иду. Можешь помочь мои вещи разобрать? У тебя тут так много вещей всяких интересных. Ну, как бы да. Я взяла то, что смогла. Кстати, ты слышала, что можно что можно как-то сделать противоядие от этого зомби-апокалипсиса? Да, я слышала. Я думала, может, зайду в аптечку, вам что-нибудь куплю. Вот надо было и заходить. А то теперь будем тут сидеть, ничего не знаем. Подождите, я же отличница по химии, поэтому я знаю, какие ингредиенты я прочитала. Молодец. Так что, во, у вас тут коробка свободная. Возьмем эту коробку и пойдем. Куда? В аптеку, конечно же. Ой. Все в порядке? Да. Ну что ж, пойдем. Нам, может быть, оружие взять? У нас есть ножи. Подойдет. Ну что ж, пойдем. Ой, давай ножи возьмем. Так, нож у меня есть. Можно идти. Ура! Как бы я тут стою, ты это нож что убрала бы. Прости. А вон и аптека. Пошли. Ты идешь? Да, иду, иду. Здравствуйте. Добрый день. Молодые дамы, что вам надо в нашей аптеке? Нам нужно лекарство всякое там. Вот листочек. Ищите вон там, можете взять все лекарство. Давай наберем мы правда все лекарство, что есть. Мы же еще не знаем, как оно подействует. И вдруг нам еще сколько ждать, а мы еще можем простудиться. Что? Да убери ты нож. А, ну да. Ладно, давай берем всего по одной штучке. Подожди-ка. Что это за штучка? Ой.
Что это такое? Это какой-то порошок. Берем. Ой. Надо закрутить все в эту коробочку. Так, всякие таблетки. Ты деньги взяла? Взяла. Так, хорошо. Берем все, что есть в этом магазине. Так. Надо быстрее. Ой. Уже скоро вечер, и будет вообще ничего не видно. И темно. Я полностью согласна. Так. Сколько с нас? 5000. О-о-о. Секундочку, сейчас. Ай. Ты пока возьми это коробку и нож, а я расплачусь. Хорошо. Нож, в принципе, уже у меня. Так что осталось лишь коробку взять. Давай. А твои лапы, папа, быстрее нельзя. Ай! Ой! А ну, брысь! Девочки, убегайте отсюда. А как же расплатиться? Потом расплатитесь. Быстрее, бежим, она права. А как коробка? Да бери коробку, бежим уже отсюда. Ай, бежим! Что же будет с Твайлой и Элизабет? Продолжение следует.